нас в Коханово какие еще предприятия? Ну, здесь такой как кластер получается. Здесь Амкадоровский завод. Дальше делают пластиковые трубы. Вон тот проект, который может по деревопереработке получится. Дальше. Что значит получится, не получится? Ну, они в процессе. Они пока только пилораму поставили, опилку. И сделали все, навели порядок внутри, залили новые полы, крышу сделали. И подготовили к постановке второй линии. Вот сейчас ищут кредитные ресурсы, чтобы закупить вторую линию, чтобы щиты из дерева клеить и потом дома из них собирать. Такие, которые можно по 8 этажей строить по новой технологии. Проект такой выдающийся. Не, выдающийся тогда, когда ты закупишь эти изделия. Да. Если рынок будет, тогда выдающийся или нет? Рынок будет. Так если... а что, мы не можем найти кредитные ресурсы? Ну, они сейчас по банкам ищут, дорабатывают бизнес-план. Если что, мы уже часть будем помогать инновационным фондам областным. Ну, если вы видите рынок, так это надо мгновенно делать. Если есть рынок, вы скажите, если это нужен проект, ну, мы поддержим его. Дома надо строить. Притом это восьмиэтажные дома. Ну, может, не обязательно восьми. Ну, нет, но главное... есть уже примеры. Да. Это, я к чему говорю? Это значит, вы и в Орше, и в Баране, тем более в Коханово можете строить эти многоэтажки. Не надо 8, 5 построите. Но если этот проект нормальный, значит, надо его проинвестировать и построить. Я считаю, что надо строить. Ну, даже вопрос не подлежит. Тем более, это же это рабочие места. И наше сырье. Сырье, да. Которое мы не всегда перерабатываем. Сырье, это же востребовано. Значит, это два это, здания Амкадо. Да, это два цеха. Мы сейчас их посетим, посмотрим. Наш коллектив, здесь 131, если точно. 131. А хватает вам рабочей нет, силы? Нет, не хватает. Сегодня мы создаем дополнительные рабочие места, и мы хотели бы даже начинать строить здесь дом, потому что основная проблема сегодня у трудовых жилье. Ресурсов. К сожалению, в большом поселке 4500 человек живет, но население постарело, много уехало в Минск, многие уехали в Российскую Федерацию, потому что близко границы. Чтобы удержать людей, надо, чтобы было жилье. А... Сколько вам надо квартир сейчас? Квартира 35-40, можно было бы дом поставить. Ну вот мы только что обсуждали, да. Вот этот вот построить завод по производству каких-то там продвинутых домов из дерева. Ну так надо проинвестировать, дать кредит, пусть они быстро поставят линию и до 8 этажей делают шикарные дома. Ну посмотри. Люди будут жить. Да, это очень важно. Если нормально относиться к людям, то действительно от них и отдача есть. Они совсем другими становятся. Хорошо. Значит, это линейка, которую вы делаете, да? Это только 5 направлений. В холдинге выбрано сегодня 5 направлений. Исходя из нашей широкой линейки производимой продукции, более 6500 наименований продуктов мы сегодня производим. Из них 135 – это модели и модификации сельскохозяйственной и иной специальной техники. Угу. Продукция холдинга пользуется не только спросом на внутреннем рынке. Мы активно поставляем свою продукцию на экспорт. Темп просто за 9 месяцев 180, более 180%. По году мы планируем сохранить эти темпы. Улучшается финансово-экономическое состояние холдинга. Ну а вот на злобу, мелиоративное сегодня направление, это для вас экономические направления будет выгодно? Да, Александр Иванович. Вот мы с Минсельхозпродом работали над созданием целого ряда машин для того, чтобы полностью заметить импорт. Страну. Я помню это. И мы это сделали все. Вот вы увидите сегодня в то есть сегодня ты можешь зайти на болото и провести миллиард. Все, полностью, абсолютно. Вот. Еще с Леонидом Константиновичем начали эту программу, когда он был министром, ну, вот тогда мы рассматривали. Ну, начинал и будешь продолжать тогда. Вообще-то все миллиардационные машины приказали жить во всех странах бывшего Советского Союза. Только мы сохранили компетенции. И то ли благодаря вам, что вы сегодня действительно уделяете... Нет, благодаря тому, что ты согласился тогда. Ну, конечно, если бы ты не согласился, пришлось бы тебя нагружать. Слушай, меня же заставили. Меня же заставили. Мне силами грузили. И вот этим мне надо было. Ну, вот видишь, не потеряли два этих предприятия. Люди благодарны. Я вижу тут перспективу. Особенно вот дай жилье людям, чтобы удобства были нормальные. Они будут с удовольствием работать. Здесь вы видите фотографии, каким завод был, что сегодня произошло. За время управления холдингом поставлена абсолютно новая линейка машин, не только мелиоративных, но и общестроительных, чтобы быть, ну, скажем так, защищенными от колебаний спроса на мелиоративную технику.
Полностью реконструированы производственные, бытовые, складские помещения, проведено благоустройство, модернизировано имеющееся оборудование, закуплено новое современное оборудование и внедрены современные технологии. Перерабатываем здесь металлопрокат и ассортиментный металлопрокат. С правой стороны мы перерабатываем ассортиментный металлопрокат, это уголки, шиллера и так далее. С левой стороны мы перерабатываем листовой металлопрокат. Новые технологии позволяют с одной установкой, а это очень нужно, потому что мы сейчас растачиваем по этому месту. Если мы свариваем, то геометрия соблюдается, качество машины, мы избегаем вибрации и, соответственно, стоимость работ падает, потому что одна она и токарная обработка, если машины нет, с одной установки мы сразу снимаем и отдаем уже на программу. Полностью переоснастили новые полуавтоматы, новые сварочные столы, людям работают крайником. Вот сейчас идет сборка экскаватора, да? Две линии сборочных. Первая будет поворотную платформу собирается отдельно, вторая вот, ходовую тележку, да? А в конечном итоге это на конце не встречается. И на базе нашего второго сервисного центра мы проводим обучение операторам. Потому что оператор эксплуатировал нашу машину, и меньше была проблема эксплуатации. Чтобы он своевременно смазывал, чтобы своевременно фильтры менял. Мы это делаем постоянно. Выезжаем, обучаем постоянно на месте. Ну и на конвейере мы тоже готовы обучить. Мы сегодня на 70-75% обеспечим комплектацию наших конвейера собственными изделиями. Мусеница не твоя? Пока не наша, но мы готовы освоить это производство. Мы уже упаковки получили, и эту всю цепь мы готовы, в принципе, осваивать. Петр Александрович, это к теме того, что мы вот начинаем выдумывать, какие проекты новые и прочее. Не надо ничего... Слушай, БМВК создали, космос создали, ракетное производство создали. Это то, что выводит нацию на новый уровень. Больше у нас... Больше не надо. А нам надо развивать вот то, что они умеют делать, углубляться. И вот сюда надо вкладывать. Александр Иванович, ну это, я думаю, что наша гордость вообще-то, да? Сегодня мы производим 47 наименований моделей модификации мостов. Не только ведущая, но и управляемая уже освоили. Для всех машин 117 моделей модификации кабин. Кабины современные, соответствуют абсолютно всем требованиям, эргономическим, удобно для оператора. Кабина сегодня 100%, как у любой западной машины. Ну и сегодня очень большое внимание уделяют электронике. Да? Фактически все кондиционеры, отопители, кондиционеры, меричное оборудование, датчики топлива, щиток приборов. Все начали делать у себя, жгуты для всех машин. То есть постараем на все заводы. Наши все могут сделать, Александр Иванович. Уровень подготовки наших специалистов, да, я имею в виду и образование, которое имеют белорусы, и желание, оно феноменальное. Мы можем абсолютно все сделать. Эта машина 800 кг с бортовым поворотом. Мы сейчас ведем локализацию этой машины. Фактически через полгода 100% будет производиться из комплектующих белорусского производства. 100% белорусская машина. Телескопический погрузчик 4 тонны с вылетом с 3,7. То все полностью локализовано здесь, 100% локализация. Новая абсолютно лесановщая погрузчик. Мы сделали погрузчик, который соответствует полностью мировому уровню. Выполнение мелиоративных работ начинается с расчистки земель от деревьев, кустарников и пней. Для этих целей используется лесозаготовительная и лесовосстановительная техника. Работы форвардер Амкадор 266201. Машина предыдущего поколения, которая хорошо зарекомендовала себя у потребителей. Демонстрирует очистку канала от гниения и восстановление его откоса. В дополнение к этому экскаватору приходит новая модель, которая позволяет сократить затраты труда, стоимость перебазирования, эксплуатационные затраты, расход горючих масочных материалов за счет увеличения емкости машины. Модель позволит заменить несколько дреноукладчиков предыдущего поколения,
существенно сократить стоимость работ по устройству дренажа.